Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды, и у нас закончился турнир. Так, ну что, Лига мастеров 3 звезды, как и было обещано, забираем наши награды. Так, сюрикены, Донателло классический, осколки золотые и платиновые. Так, если не ошибаюсь, то мы... Да, мы можем перевести в платиновый ранг. Ребят, я одного только не понял. Зачем вы мне говорите, чтобы я переводил этих кроликов или еще кого-либо, который у нас даже не прокачан на 5 звезд? Ну это же глупо. Это глупо просить такое сделать. Так, я даже не знаю, ребята. Голосов было очень мало по поводу именно кого прокачивать. Поэтому я, наверное, возьму на свой страх и риск либо Рафаэля вот этого возьму, либо... Обязательно надо брать у кого массовые атаки. Это как бы основа для меня, основа этой игры. Именно с массовыми атаками можно перевести крысиного короля. Он, в принципе, заслужил. Он давно у нас, ребята, уже есть. Он давно нам помогал. И, наверное, мы и переведем его. Да? У нас хватит хоть? У нас не хватает. Подожди, все хватает. Все, ребята, хватает. Отлично. Есть, крысиный король в платиновый ранг. Замечательно. Да. Ну, можно было, конечно, и попробовать нейтрализатора перевести, но все-таки крысиный король, я думаю, что будет неплох. Ну что, а мы начинаем новую неделю, ребята, и смотрим. Так, ну понятно, бесплатный пак. Я хочу глянуть, что у нас на этой неделе будет разыгрываться. Будет ли какая-нибудь для меня новость, сюрприз. Так, по испытаниям. Ну, тут у Саги это все понятно. Силы природы. Это нам не нужно. И сцены насилия, это тоже нам не нужно. То есть, ну, особого такого ничего нету, ребят. А вам, конечно, рекомендую получить у Саги. Как говорится, фармьте, и будет вам счастье. Ну что, давай тогда мы начнем, наверное, с прохождения серии испытаний. Мы заканчиваем с тобой первый круг. Знаешь, что нам нужно? Нам надо сейчас взять с тобой побольше хилов. Ваньку, наверное, беру, возьму Армагона. Почему хилов? Потому что потрепанные какие-то бойцы у меня. Надо их залечить. Так, давай, Майки. Лечи их от души. Так, ну этих хламонов мне не жалко, поэтому валун для них приготовил Армагон. Ты бич. Ах ты, Ксевер Монтес, ты посмотри, а. Валяться, я сказал. Ну что, хлопчики, наверное, вот сюда все-таки топотуна. На тебе. Плюс смертельная волна. Фью. Джастин, каким макаром ты еще, блин, выжил, а? Ну-ка, ракеты к бою. Этот, я думал, что он по степенке. Ну ладно, Леонардо добил его. Окей, серия испытаний у нас пройдена. Так, здесь забираем награду. Ну и давай поединки тогда уже отыграем. Значит, на коже голового нам надо найти номера, да, автомобильные, сколько я помню. Да, 7 штук. Один нашли. Так, второй. Третий. Третий, четвертый. Пятый, шестой и последний. Седьмой. Прокачиваем до третьей ступени. Блин, у нас мутагена нет. Да что такое-то, а? С мутагеном вообще беда какая-то. Ладно. Так, сразиться в 10 боях. Так, уже голову. Что там тебе дальше-то нужно, по идее, искать? А нам не узнать. Нам не узнать, потому что... Ну, ладно, давай что-нибудь по-быренькому найдем. Вот так вот, допустим. Мутаген нужно набивать. Без него, ну, не хватает, ребят. Так, поднять уровень персонажа. Ну что, у нас новая неделя. И здесь у нас на турнирке разыгрывается Леонардо классический. Друзья мои. Он у меня тоже прокачан по фулке. Ну, как прокачан, я имею в виду, он у меня есть, открыт. По фулке я имею в виду 5 звезд, но не платиновый ранг. Пока я его не особо стремлюсь переводить, у него нет массовой атаки.
Ну что, а мы начинаем, ребят, традиционно проходить турнирную арену. Давай. Буквально 13 минут назад произошел откат. Давай попробуем, может быть, все-таки удастся нам перелететь в лигу мастеров сегодня. Конечно, уже давно мы туда не прилетали сразу же, честно говоря. Но не теряем надежды. Так, что мы начнем? Ну, давай, тут по ударчику всем, в принципе, да и все. Они тут ватники. 13 уровень против... 20 уровень против 55-го, сам понимаешь. Это все равно, что как отправить мышку в клетку со львом. Это то же самое. Так, воин, две звезды сразу же получаем. 67-я позиция. Так, и я буду попробовать, ребята, 11... Вот, блин, ну было же. Твою налево, блин, опять спешу, а. Так, попробуем каждый этот увеличивать покупку. Конечно, это ничего не решает, помнишь, да? Мы с тобой как-то играли тоже. У нас практически все время на один кубок повышение шло, но мы так и не дошли с тобой до Лиги Мастеров. Так что, грубо говоря, здесь это ни о чем не говорит. Тут опять же рандом, это сколько тебе дадут. Вот, вспомни, мы с тобой как-то играли, а за один поединок мы даже с места не двинулись. Мы с тобой выиграли бой, а мы ни на йоту не продвинулись. Так что это рандом. Он все рулит. Так, 12-13. 4 персонажа уже здесь находятся. Что-то как-то быстро. За 2 поединка мы уже дошли до 4 персонажей. Иногда это по 5-6 боев надо сделать, чтобы так продвинуться. Давай дебаф сделаем. Хотя, ну ладно, пускай дебаф будет. Они так ватники, их можно было бы разобрать с платочка. Сейчас шредеры всех уложит баньки. Все. Так, смотрим. Сейчас перейдем мы с тобой на следующий ранг или нет. Да, мы переходим на следующий ранг. Это элита. Одна звезда, 74-я позиция. 12-14. 27-й уровень у наших противников против наших 55-х. То есть шансов, ты понимаешь, вообще нету. Ноль. Ноль. Зеро. Массовых атак нет, вот что. Нифига, выжил. 29 уровень, выжил против 55-го. Ну, я тебе еще раз говорю. Если у тебя не прокачаны скиллы, даже если у тебя уровень там 60-й, 70-й, можешь не добить и сфылиться элементарно тому же самому 30-му, 40-му уровню, если он прокачанный по скиллам. Потому что скиллы это очень много еще значит. Там же еще идет прокат. Так, подожди. Там еще идет же, как бы тебе сказать, постепенные вот эти вот всякие... Точнее, даже не постепенные, а как бы тебе объяснить-то? Ну вот, короче, если у тебя скилл прокачивается, с этим скиллом у тебя идет там, например, уклонение, да? Врожденное, там, скажем, улучшит 13-15. Вот же было, блин. Опять заговорился, задумался, заговорился и проспустил. Попробую сейчас найти опять 13-15, но что-то мне подсказывает, что уже поезд ушел. Блин, да... Рэй, ну нафиг ты... Сейчас найдем, найдем, ребят. Должно повести, вот, есть 13-15, там даже два раза у нас было по 13-15. Так что прокачки скиллов это очень много, что значит для бойцов. Ну-ка. Давай, Рафаэль. Сегодня ты мог бы быть в платиновом ранге, но, видишь, все-таки крысиный король тебя переплюнул. Готово. Тут вообще без проблем. Без единенькой проблемы разобрали. Смотрим дальше. Так, с 93-й позиции... Оу! С 93-й... Подожди, я что-то не понял. 93-я позиция, мы были в элите 2 звезды. Перешли на 90 позицию, элита 3 звезды. Это как так-то? Как так получилось-то? Мы так пролетели. Может быть, дадите мне все-таки, например, 13-16, а? Дайте, пожалуйста, мне 13-16. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Нет, даю 12-14. То есть, дают только ниже. Опа. Опачки. Выхватил, ребята, бонус. Я выхватил бонус. Блин, как бы вы знали, как у меня, ребята, болит все тело сегодня. Ё-моё, я еле встал.
просто не разогнуться, не согнуться. Все мышцы как каменные, ё-моё. Я думал, отдуплюсь. Я, если я встал где-то в часов 12 дня, да, то где-то до 2 часов я, так грубо говоря, разминался. И до сих пор все болит. Руки, ноги, это просто жесть. Вот так вот, ребята, называется вводная тренировочка была. Теперь это будет долго болеть, ну, наверное, дня 3-4 как минимум. А потом надо будет опять идти на тренировку и не брать тяжелые веса, а опять же с минималочкой, как бы размяться, чтобы твои мышцы привыкли к нагрузке. Только после этого ты можешь уже, ну, грубо говоря, 2-3 тренировки, чтобы твои мышцы и твое тело почувствовало нагрузку и адаптировалось к ней, и уже не было у тебя вот этих вот болей, чтобы ты быстрее восстанавливался, в общем, понимаешь, да, к чему? И там уже будет у тебя, как говорится, все нормально. Не будет никаких болей. И будешь себя чувствовать превосходно. Наоборот, после тренировки ты будешь себя чувствовать. Такая будет усталость, но она приятная усталость. И не будет тебе приносить никаких болей. Но это нужно потерпеть. Перетерпеть этот весь момент. Так, ну что. Все пока у нас идеально идет. Проходим. Так, мы переходим уже в самураи. Что очень радует меня в самурайчике. Так. Попробую сейчас выудить 14-17. Постараюсь. Блин, ну... Есть. Так, 14-17. Они, кстати, нас догоняют так быстро. Уже, смотри, 40-й уровень почти. Даже у Бакстера столько на 40-й уровень. А мы 55-х еще до сих пор отыгрываем. Угу. Давай бросим баллончик. Ага, способность заблокировали. Так, муху бы как-то нам ушатать. Ну-ка, запинай ее. Нормально. Так, бросаем плюху. Угу. Да куда ты со своими маузерами лезешь-то, а? Замечательно. Ну что, тогда продвигаемся далее. И, да, мы уже в самураях 2 звезды. Очень хорошо идем. Мне прям нравится, как у нас идет продвижение. 14-17, а дадите мне, например, 14-18, наверное, не дадут, да? А кто знает, вдруг дадут. Давай попробуем пару разик. Опа, тихо, чуть не нажал, ребята, уже. Они только что недавно были 38 и 40, уже 45 уровень. Офигеть, у них прогрессия идет. Просто заоблачные. Так, кролики нормально себя проявили. Надо Леонардо убирать. Почему Леонардо? Потому что он хил. Поэтому нужно его убирать. Так, рубанули. Бросаем гранаты. Так, минус Донни. Смотри, что творит, а. На тебе. Пумс. Своим толстым задом его подбил. Он еще, главное, удар в лицо, потом разворачивается и задом. На тебе. Так, ну, в самурае 3 звезды не перешли пока. Ничего страшного. Друзья, ничего страшного. 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. 47-й уровень у противников у наших. Ё-моё, они уже на полтиннике, почитай, сидят. А я еще с 55-ми не разобрался. Хе, красавчик. Тюх, рубанул. Так, сейчас хан, да, будет? Ну, конечно же, хан ходит. Так, бросаем осколки. Мне надо Кирби уничтожить как можно быстрее. Так, бурундучки. Замечательно. И добивка, надеюсь. Да, с Кунаичи лучше не шутить. Электрическим запалом звездануло мало, им не показалось. Так, ну что, ребята, самурай 3 звезды, ранг у нас 75-й. Так, давай-ка попробуем уже... Во! Сами мне подсунут. 15-19. Раз, два, три, четыре... Но тут уже надо будет брать кого-то посерьезнее. Потому что мы почти сравнялись уровнями. Поэтому Зек со своей бомбочкой здесь будет очень даже кстати.
Минус Крис. Крис сразу упал, сдулся. Угу. Так, Карайку, давай-ка мы шлепнем. Терку на ячи. Давай кофемашину сломанную. Ручка сломалась у него. Он, по-моему, вместо кофемашины сделал эту ракету какую-то. Ну что, здесь отлично тоже получилось. И смотрим сейчас, куда мы перебираемся. Наверное, 30-я будет, да? 22-я. Так, 15-19 уже на основе, на постоянной дается. А-тя-тя-тя, нифига, ребята. Нифига, могут и понизить еще, оказывается. Ладно, раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, что 60-ники справятся с 52-м уровнем. Тем более здесь есть, по крайней мере, у нас хил. Есть провокатор, даже два провокатора. Даже два провокатора. Так, Ванька бы надо, конечно, наверное, в первую очередь. Так, с постепеночкой, да? А, иммунитет вешает. Совсем забыл, что у него иммунка. Совсем забыл, что у него иммуночка. Ну-ка, попробуем бомбануть. Это ты запарил, а? Защиту поставил. Ну, понятно, что у них иммунитет. Ванька надо все-таки добить. Заблокировал способности. Так, после этого надо, наверное, все-таки мухой лечить. Лечи. Окей. Такс. Шреддер, наверное. Попробую Шреддер наказать. А если плечом? Вот так вот, будет знать. Так, здесь кувалдой. Замечательно. Ну что, разнесли мы их тут всех. И заморозка же не сработает. А нет, сработало, все отлично. У него не было иммунитета. Так, он не напугал. Рафаэль добил. Теперь дело до Донателло дошло. Бумс, по башке таким кулачищем получить. Мало не покажется, да? Кулак здоровый такой. Ну что, сёгуны, ребята. Сёгуны, одна звезда пока. Так, давай-ка попробуем все-таки получить 15-20. Или 16-20, там я уже... О, 15-20 есть, я получил. Бойцов мало, мало ничего не скажешь. Поэтому, блин, под большим-большим огромным вопросом, сможем ли мы опять получить с тобой Лигу Мастеров сегодня. Отлично. Ух, хорошо. И добиваем их пробивным от нашего Шреддера. Все. Распластались ребятули. Так, смотрим. 75-е было, становится 20-е. 29-е. 29-е, так, 15-20. Раз, два, три, четыре, пять. Так, ну сейчас мы попадаем в Лигу Сегунов 2 звезды, это понятное дело. А вот какая позиция, это уже другой вопрос. Хотелось бы какую-нибудь 40-ю, 50-ю, но вряд ли. Тыч. Давай добивай всех, змейковьем. Шикарно. Вот сейчас мы как раз и посмотрим, куда мы перейдем. Лига Сегунов 2 звезды, позиция 84. Так, ну грубо рассчитываем еще на 5 поединков. 15-20. Давай-ка мне тогда 16-21. Слабо, да? Слабо тебе дать мне 16-21, да, я так понимаю? Да, слабоват. Жмется. Он специально мне не дает, чтобы я быстро так не продвигался. 15-20 это понятно, а мне бы вот не хочет. Не, ребят, я уже попробовал все. Сколько можно попыток еще тут ролить. Не хочет, короче, давать. 15-20 и все. Он уперся рогом и ни в какую. Ладно.
Давай-ка, наверное, Кирби сейчас уберем. Дальше, наверное, пробивным убираем Ваню. Ага. Ваню убрали, конечно. Ракета к бою. И добивает Джастин. Красавчик. Ну, вот теперь уже должен быть какой-то результатик быть. Смотрим. 20-е. Блин, 41-е. Вот видишь? Видишь, в чем проблема? Сейчас фигово буст прошел. Блин, да дайте мне 16-21. Уже хорош. Вот. Так а что толку-то уже, ребят? Бойцов осталось буквально на 2 поединка. Да, Лига Сегунов 3 звезды будет нами взята. На Лигу Мастеров, к сожалению, нет. И, кстати, мы уже давно с тобой Лигу Мастеров 3 звезды не брали, если честно. Может быть, в игре изменили какой-то баланс или буст, я не знаю, как это назвать, что, ну, вот не идет и все. Видишь? Даже здесь, ребята, даже здесь они меня не позволили перейти. Специально, а? Вот так вот. Это уже специально все сделано было. Это же понятно, ребят. Так, еще на один поединок, конечно, останется у нас там. 3 отката я сделал, потому что там основные наши цели. Армагона я все равно отыграю. Но это ровным счетом ничего не меняет. Потому что Лигу Мастеров мы с тобой не взяли. Ребят, я не знаю. Играл 13, через 13 минут. Да хоть ты тут прям на самом откате играй, все равно ничего не получится. Потому что они вот во время того, как идет рулетка, да, и когда нам подсчитывают кубки, она рандомная. Она может тебе хорошо продвигать, а потом может тебе просто запороть все. Видишь, тут 64. То есть получается, это я пролетаю 40. Сколько там? 40 с лишним, по-моему, да? 30, нет, 30. Ну да, 40 даже нету. Даже 40 нету. Ступенек, 40 ступенек я не пролетаю. Никак. И вот такое вот почему-то вреднючество начинается именно под конец. Под конец, вот когда мы уже делаем прорыв, как говорится, к Лиге Мастеров. И они начинают мне вот это вот вреднючество подставлять. Ну, да бог с ними. Что я могу сделать, ребят? Не, я могу, конечно, сейчас перейти в Лигу Мастеров, элементарно тратя свои откаты, но зачем? Нет, я не буду. Сейчас будет 20-я позиция. 28-я. Даже еще меньше передвинули. Все, ребята, у нас закончились бойцы. Так, мутагена там мы с собой набрали хоть 17 тысяч. 17 тысяч. Но, тем не менее, нам хватит прокачать здесь до 3-й ступени. Да, вот эта вот кранговизация. И поднимем мы с тобой уровень какому-нибудь слабенькому нашему бойцу. Например, Кейси Джонс. Вот так вот. 56-й уровень он получает. И забираем здесь награды. Так. Турнирная... Ой, подожди, какая турнирная арена? Что ты делаешь? Силы природы. Ну, я не знаю, можно, конечно, в принципе, пробежаться. Пробежаться... Так, подожди. Для того, чтобы... Так, уберем этого, наверное. Пробежаться для того, чтобы, ну, как всегда, ребят, жетоны. Понимаешь, да? Жетоны нам нужны? Конечно, нужны, поэтому... Давай попробовать зарабатываем. Сегодня понедельник, пройдем как можно больше, а может быть даже полностью события это пробежимся, и уже будем потихонечку фармить жетоны. Жетоны нам нужны, сам видел, слэш стоит на месте, не прокачивается, жетоны идут очень медленно. Хотя я вроде бы как бы по 40, по 30 жетонов получаем, но их очень много нужно, поэтому, чтобы 300 жетонов взять, это нужно по 10 раз, тебе, чтобы удачно 10 раз выпало по 30 жетонов. Или там, если 400, то 40 раз по 10 жетонов. Точнее, 10 раз по 40 жетонов выпадало тебе. Ну, ты сам понимаешь, это не всегда получается. Так что вот каждую серию практически нужно фармить, фармить и еще раз фармить. Это только на слэш, а там еще не забывай, что у нас без него, как говорится, персонажей хватает. И плюс еще кролики, на которых нужно там 830 жетонов.
Это чтобы получить всего лишь 3 ДНК. Кстати, а по-моему на Усаге у нас... Вот не на этом ли Усаге у нас кролики фармятся? Ребят, подскажите мне, пожалуйста. Напишите в комментариях. Я помню, что на каких-то кроликах... Ой, вот на каком-то Усаге вроде бы фармятся кролики. Если я что-то не путаю. У меня же в голове просто каша, ребят, от всех этих игр. Очень много игр и... Фиг ты что запомнишь. Если бы я вот одну игру эту снимал бы, черепашки, и больше ничего, конечно, бы я бы тут все понял. А тут с одной игры в другую игру, и вот это вот вся сумятица в голове, знаешь. Друг на друга, как говорится, находит и забываешь просто элементарно. К тому же Усаги, у него там два вида есть. Усаги проворство, да, и Усаги хитрость, по-моему. И на каждой свои персонажи идут, и на каждой свои награды. Так, ну что, у нас тут третья волна. Это последняя здесь. Да сделали бы массовую атаку, господи, вот сидят там, пыхтят, что-то не пойму. Влепил массуху и все. Расползлись они по швам бы здесь моментально. Так, сегодня, ребята, будет серия по Grand Survival. Прикольная довольно серия, но опять же, блин, опять же, ребята, без заморочек не обошлось. Так, ну что, поехали. Такс. Ну. Ну, понятно, тут по одному удару. 40 уровень. В принципе, для нас это мелочь. Вот грибочки. Да я, наверное, сам сейчас тут поиграю. По-быстрому я буду супер ударами, массовыми атаками. Тем более у них, у каждого здесь есть массовые атаки, а у кого-то даже... А нет, у всех... Нет, вот у Ваньки только две. А, химерушка. Давай, лети сюда. Лети на разборочку ко мне. Сейчас тоже получишь звездюлей. Конечно, ага. На. Готово. С полтыка разбомбили. Так, двигаемся дальше. Пятый эпизод. 55 уровень противников. И, как мы видим, 4 волны. Ага, готово. Клан футовцы плюс грибочки. Не проблема. Вообще не проблема для Армагона, тем более. И последняя, 4-я волна. Ванька? Нет, Лео. Давай жги. Все. Сколько там еще? Это было 5-я, да? Там их обычно 8. То есть еще 3 впереди, получается. Да, еще 3 впереди. Так, мы уже здесь... Сколько будем зарабатывать? 35 жетонов. Здесь мы будем зарабатывать 35 жетонов. Значит, наверное, на следующий будем 40. Сейчас проверим. Или опять же 35, а уже потом только 40. Ладно, не имеет значения, все равно... Пойдем посмотрим. Отличаться ли будет последний у нас этап? Вот что меня интересует. Если нет, ну, например, на предпоследнем будет 40, и на последнем тоже 40, то смысл нам его тогда проходить? Конечно же, нету. Остаемся тогда на предпоследнем. Вот и все. Так, давай валуном. Тыдыч. Готовы. Так, это последняя волна. Давай, Лео, жги. Но здесь он не добьет, скорее всего. Учитель Сплинтер выжил. На. Ванька ему так пропечатал. Жестко. Так, ну вот смотрим. Сколько тут? 40. Запомнили, да? 40 жетонов. И потом глянем на последнем. Если там, ну мне кажется, вряд ли там будет 45. Там тоже будет 40. Вот они, грибы.
паршивцы. Вот как вот они на 70-м, извините меня, ребята, уровне быстрее двигаются, чем я на 100-м. Это какая же у них там инициатива? Объясни мне. Как у Майки, если даже, то все равно у меня у Саги, он, в принципе, тоже быстрый. Не знаю, у меня тут и Шреддер быстрый. То есть инициатива у них довольно приличная. Все равно они ходят после грибов. Ать, недобитыши. Все. Так, ну что, где там у нас эта химера летит? Летунчик, вот он, приземлился тут. Давай с гранатомета начнем. Так, дальше у Саги сделаешь двойную атаку? Нет, мы знаешь, как сделаем? Месть. Мы сделаем месть. Вот так вот, видишь, мстит. Все, химерочка, готова. Отдуплилась. Так, и теперь мы вот смотрим, ребят. Тут, ребята, нормально. Тут полтинничек. 50 жетончиков-то это не слабо, если честно. Но опять же, попробую заработать эти 50 жетонов еще. Как мы знаем, они тут не особо нас, знаешь, балуют шикарными наградами. Но все равно 50 жетонов за раз вытянуть — это очень хорошо. Так, третья волна. Третья волна. Давай с гранатомета. Четвертая. Так, кто у нас там? Усаги. Ты заметишь, что у Усаги какие-то глаза красные. Ну, я имею в виду не только зрачки, а эти... А и сам этот, само белое тело, оно тоже как-то красное. Сам глаз. Так, ну и босс, конечно же, босс Химера. Как же без нее? Давай, лети там уже. С валуна, надо было тройной укус, ё-моё, ладно, фиг с ним. Ну, неплохо, больше половины здоровья отняли. Проникающий. С двух плюшек. Просто с двух плюшек, ребята, уничтожили. Так, ну что, теперь. Так, у нас сколько там? Две попытки, да? Эть, кольцо крутости. И серебряный осколок. Ну, ребят, я же говорил, еще 50 жетонов этих нужно получить. Не все так просто и легко. Так, еще и тут награда у нас есть. Все, ребятушки, на этом сегодня закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.